Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим опять о крутом кране CryptoWin. Ссылка будет в описании. И что здесь есть? Итак, есть первое — это reward, то, что мы можем получать каждые 15 минут от 2 до 4 сатоши, буквально там. Очень крутой кран, ссылка будет в описании, кто не зарегистрирован. Сейчас я пройду капчу, покажу, что здесь есть, что он реально вот получил 3 сатошика себе на баланс. Потом Vive Ads есть, это когда вы смотрите рекламу, тоже вот смотрим. За 60 секунд мы получаем 6 сатошек, за 15 секунд 2 сатошика, ну то есть все понятно, все логично, вот. Все в принципе каждый день есть здесь реклама, можно смотреть, плюс бонусом получать. Приходит очень быстро на FawcetPay, и сейчас покажу я вывод сейчас крана. В прошлом видеоролике я делал этот вот ролик, лучшие краны биткоина. И вот пришли средства, то есть видим, вчера они поступили, 835 сатоши битка. Я буду выводить вот это вот сатоши биткоина на этот кран CryptoWin и закладывать его Earn Interest. Почему сюда? Потому что 0,7% в битка, это 52% в год, скажем так, это очень круто, и получаем мы каждый день, то есть свои сатошки. Итак, здесь вот есть калькулятор, сколько, если мы положим. Вот, например, если мы одну акцию покупаем, то получаем на пассиве 7 сатоши в день. Если, например, 10, то 70, 100, естественно, 70. То есть здесь легко, и здесь вы можете купить. Сейчас я буду делать это пополнение себе на баланс. И, в принципе, буду с игр, с вот этих кранов, буду здесь накапливать. Посмотрим, что у меня получится, сколько вывести, сколько заработать. Видим, ну, нажимаем на дашборд, вниз самый, выбираем вот депозит. Кран существует довольно-таки очень давно, и мои друзья и знакомые очень давно все-таки собирают на нем. Вот, и мы сейчас это все непосредственно сделаем, закинем сюда кэш. Мои знакомые закидали сюда и по 1000, короче, акций, покупали около 1 000 000, то есть, в принципе, можно здесь покупать, в принципе, пока все это работает, есть. Риски никто не отменял. Думаете, надо оно вам или нет, но я хочу попробовать. Здесь не вижу ничего плохого. Итак, нажимаю на дашборд. Смотрим, что здесь. И как вы видите. А, вот. И появляется WinRAR. Что здесь есть? Смотрим. Есть слева на кошельке FawcetPay за 4 часа вывод. И есть за 5 минут вывод. Разница в чем? В комиссии. Я буду выводить сразу, так как у меня сейчас времени не так много. Я это сейчас все сделаю. Вот линк. Добавляем, нужно добавить этот адрес. Напишу я CryptoWin. CryptoWin. Линк. Все, так, опять. Добавляю. А, вот, стоп, пардон, WinRAR. Все, вот есть этот адрес, нажимаю All, показывает, ой, стоп, вот сюда вот, да, нажимаем на All, комиссия, смотрите, в чем разница, если, например, за 5 минут, то комиссия 2500 сатоши битка, вот, а здесь непосредственно уже комиссия 600. Еще разница в чем, то есть я так понимаю, что это минимум какой. Сейчас нажмем на переводчик и посмотрим. Вот, я, например, нажимаю вот все. И тут, то есть, грубо говоря, минималка, я так понимаю, здесь очень-очень большая, 80 тысяч сатоши. А здесь сразу видно, да, ну, нажимаем, например, на место снятия. Пускай будет 4 часа, ничего страшного. Но напишет, что может идти вывод до 12 часов. Как поступят средства, я это вам сообщу, естественно. Если будет быстрее, то тоже скриншотом в комментариях это все будет. Будет это происходить и будет это все делать. Вот, вот эта вот транзакция, вот она происходит. Я уже делал выводы, видим, да, и Litecoin почти целый выводил, приходил.
Вот, в принципе, гонял денежку, в принципе, нет ничего проблемного. Буду ждать сюда начисления и куплю сюда здесь еще акции, 20 штук. Вот, чтобы побольше мне капало, насчитывался вот этот вот кэш. Плюс каждый день заходите и собираете крипту. Можно поставить сюда бота на кран, и будет оно копить. Но если вы поставите сюда бота, я не рекомендую здесь никаких средств держать. Потому что, не дай бог, забанят этот криптовин, и вы не сможете зайти, и потом ничего не докажете, ничего крайнего не найдете. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк. Думаю, в биткоине иметь 52% годовых – это очень круто. Всем пока!